Под контролем. В Лидском районе ситуация по коревой инфекции стабилизировалась. Это констатируют специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии. За прошедшую неделю новые случаи заболевания не зарегистрированы. Изначально в эпидемический процесс вовлекалось только взрослое население. Теперь есть и дети до 18 лет. Первые случаи заболевания корью были связаны с одним заболевшим, прибывшим из соседней области в командировку. А далее ситуация немного изменилась и появились последовательно возникшие случаи. Обстановка в районе стабилизировалась благодаря проведению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий и проведению подчищающей вакцинации против кори. Вакцинация у нас в районе продолжается. И хочу напомнить, что кто не болел корью, не привит или привит однократно, пройдите, пожалуйста, вакцинацию против кори в организации здравоохранения по месту жительства. Наличие непрививки от кори сделали уже более 2000 человек, в их числе и дети, чьи родители ранее отказывались от вакцинации.